Меня зовут Нарсисян Микаэл. Мне 6 лет. Я начал интересоваться снукером, когда мне было 4 года. Я влюбился в эту игру с первого фрейма. Меня очень забавляли разноцветные шары и их чудесное попадание в лузы. Так каждый день, смотря матчи и сравнивая результаты игроков, я постепенно научился складывать и вычитать числа. Как-то раз я попросил папу научить меня играть в снукер. Папа купил маленький стол для снукера и договорился о первой пробной тренировке в нашей академии. В первый день мне сказали, что я слишком маленький, но мы нашли выход. Папа сделал специальную подножку, с помощью которой я играл и тренировался каждую неделю. Мой любимый снукерист – волшебник Ронни О'Салливан. Я очень люблю наблюдать за его игрой и восхищаюсь им. Моя мечта – стать таким же опытным мастером, как и он, и сыграть с ним в финале чемпионата мира. Надеюсь, у меня все получится. Я хочу вам показать один фокус, который мне показал один старенький дедушка. Этого дедушку зовут Стив Дэвис. Забить черный в эту лузу. Как это произойдет? Белый попадет в красный, красный в красный, красный попадет в борт, красный попадет в красный, этот в этот, черный покатится, но на самом деле, пока все это тут происходит, наш белый катится отсюда и сбивает этот красный с пути. А этот фокус я подсмотрела у другого старого дедушки, самого лучшего тренера в мире. Его зовут Барри Старк. Я хочу забить черный в эту лузу. А напоследок я вам забью 5 шаров одним ударом. Но проблема в том, что без хитрости этот удар даже не сможет сделать Ронни О'Салливан, 5-кратный чемпион мира. Так что мы немножко поджульничаем. Поставьте, пожалуйста, треугольник.